Куда едете? В поселок Крайтингифорд. Родных у них нет, поэтому мы эвакуируем их из города. Здесь хоть кто-нибудь еще живет? Этот остров пустует много лет. Вот она, усадьба Илмарш. Как тут холодно. От продюсеров фильма «Женщина в черном». Ребята, пора спать. Эй! Здесь точно никого, кроме нас, нет? Никому не рассказывайте о своих видениях. В январе. Вы не видели Тома? Том! А где остальные? Спрячь детей в подвале скорей. Мглою укрыла заброшенный дом. Женщина в черном 2. Ангелы смерти. Том? Том, ты здесь? В кинотеатрах с 15 января. Не установлено. Ему нужна моя помощь. А с 11 я весь твой. Покойные 25-30 лет. Волосы каштановые. Глаза серые. Что ж с тобой случилось? Сначала ее связали, затем отрезали язык, отравили ее. Парализовали, заставили проглотить эту ткань. Что это? Пап! Никто не должен увидеть. У меня тост. Спасибо, что уговорила меня на поездку. За нас. Серьезно, попробуйте. Это безопасно. Прошу на борт. Вон, смотри! Кейт, я что-то не уверена. Адиос! Вот черт! Боже мой, это невероятно! Улыбочку!
Что это было? Что? Господи! О, Господи, что происходит? Мы тонем! Нужно убираться отсюда! Я задыхаюсь, не могу дышать! Насколько мы глубоко? 47 метров. Мне так страшно. Нужно вернуться на поверхность. Есть кто-нибудь? Кто-нибудь, пожалуйста, ответьте мне! Кейт! С возвращением. Мамочка! Не расскажешь, что с тобой случилось в командировке? Дело не в ней. Я вернулась словно в другой дом. Будто в нем поселилось какое-то жуткое зло. Мы в безопасности. Это последствия твоей травмы. Пока тебя не было, твой муж брал дочерей в экспедицию, где совершались ритуалы вуду. На них легло проклятие, и чтобы его снять, нужно провести новый обряд. Эмма! Итан! Этого не может быть! Эмма исчезла. У культа вуду самая древняя и сильная магия. Нам придется совершить ряд ритуалов и противостоять всем демонам в вуду. Древний культ забирает новые души. Эмма, доченька! Вуду. В кино с 19 августа. Нацисты, не такие уж вы крутые. Кого охраняем на этот раз? Особняк. Пока нас не сменят. Ничего себе. Важный объект. 82-я авиадесантная выбила оттуда нацистский штаб. Здесь пройдет немецкая колонна. Не первая наш родео. Сценария и режиссера «Эффекта бабочки». Что это? Я нашел его в подвале. Это дневник одного из нацистов. Он пишет о том, что случилось с семьей, жившей здесь. Останемся, нас всех перебьет. Вы хотите сгнить в военной тюрьме? Мы не можем уйти. Честно говоря, мой друг, этот дом – гиблое место. Это еще что? Я предлагаю всем подумать. Здесь водятся призраки. Если позволишь злу свершиться, оно за тобой вернется удесятеренным. Собирайтесь, мы уходим отсюда. В этом году. Все пережитое нами, это то, что нацисты сделали с жившей здесь семьей. Истинное зло. Мы не можем уйти. Он не даст нам уйти. Не где-то там. Это не наяву. Это не наяву. Оно здесь. Это не наяву. Это не наяву. Это не наяву. Это не наяву! В
Призраки войны. В нашем доме жил бугимен. Пошли, проверим! Демон, который похищает детей. Он питается детскими страхами, их радостью и смехом. Бежим! И так становится сильнее. Бугимен забрал моего брата. Обещайте, что мы его найдем. Клянусь, обязательно найдем. В городе пропадают дети. Бугимен вернулся. Я чувствую, он пришел за моим сыном. Это мы его тогда пробудили. И нам придется вернуться обратно. Страх из детства возвращается, порождая новых демонов и подчиняя каждого. Он не один! Теперь он мой сын. Бугимен. В кино с 8 июля. В эти выходные ваша однокурсница Марина Милс совершила самоубийство. Правда, что она сняла это на видео? Убедительно прошу вас не смотреть его. Можно прогулять лекции, чтобы на похороны сходить. Не будет похорон, тело не найдено. Господи, ты это запостила? Нет, меня взломали, я не постила. Я не могу удалить это видео, я даже страницу свою удалить не могу. Она опять появилась у меня в друзьях. Вот так выглядит кот, а не так. Что это? Я не знаю. Кто она вообще такая? Нет, 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 нет. Кем она была? Это не самоубийство, это был ритуал. Должно же здесь быть что-то, что-то, что нам может помочь. Запрос в друзья. О, кто это? Однокурсница. В кино с 17 марта. Мы прошли долгий путь и многое пережили. Но, наконец, мы нашли место, где нам ничего не грозит. Этих детишек Мэроуба, он хорошо знаешь? Что-то с ними не так. Они всех сторонятся. Никого они не сторонятся. Просто далеко ото всех живут. Встаньте поближе! Что же теперь делать? Не знаю, но идти нам больше некуда. Удачи, мистер Мэроуба. Он вышел из дома... Перешел мост, а потом вошел в туннель. Все верно. Поднялся на самый верх. Осторожно, Джек. Джек!
в маминой комнате. Говорит, что-то там видел. Ты даже не представляешь, во что ты ввязалась. Расскажи ей правду. Никто, ничто, никогда нас не разлучит. Джозеф, не пугай меня, что случилось? Не прикасайся ко мне. О, боже, ты заразился. У меня просто лихорадка. Не хочу, чтобы вы с Эбби это подхватили. В наш город пришло зло. Это болезнь. Люди напуганы. Все это чертова Хаммерсток. Я пришел за рентой, и она набросилась на меня. Эта девка опасна. В этом деле не обошлось без колдовства. Грейс Хаммерсток ведьма? Нам надо ее сжечь. Сжечь ее дом дотла! Ведьма! С дороги! Ведьма! Покайся! И твоя совесть будет чиста. Моя совесть и так чиста. Я подозревал, что с тобой будут проблемы. И послал за помощью к охотнику на ведьму Джону Моркрофту. Должен предупредить. Моя воля сильнее твоей. Посмотрим. Она заключила союз с дьяволом! Мама? Это мой священный долг — раскрыть правду. Ты можешь терзать мою плоть и ломать мои кости. Я знаю правду и буду терпеть все пытки, чтобы защитить ее. Исповедуйся! Проклятие ведьмы. Как красиво. Останемся, семью заведем. Ты серьезно? С ума сойти, у меня гениальные дети. Потеряла смысл. А если я верну вам его ненадолго, и вы сможете нормально попрощаться? Есть один заброшенный храм. Говорят, врата этого храма – ключ к царству мертвых. Вы сможете поговорить с сыном, только ни в коем случае не отворяйте дверь. Что натворили. Открыв дверь, вы нарушили равновесие между жизнью и смертью.